Волжское путешествие Ивана Ивановича Лепехина началось в июле 1768 года, когда он выехал из Москвы во Владимир, а из Владимира отправился в Среднее Поволжье. Ехать по заранее запланированному маршруту было небезопасно, и пришлось несколько раз менять его. По Волге там и тут шатались разбойничьи шайки. Но как бы то ни было, путешествие продолжалось, и каждый его день открывал все новые и новые подробности. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».